Всем привет! С вами канал Енотик Продакшн. Когда огромные массы горных пород спускаются со склона под воздействием силы тяжести, спастись способен не каждый. Особенно если речь идет о зародившемся высоко в горах оползне. Вашему вниманию хотим представить 10 сильных и пугающих оползней, снятых на камеру. Итак, начинаем. В Ивано-Франковской области Украина семья с двумя детьми едва не погибла, снимая эффектное видео с оползнем грунта после обильных дождей. На записи можно увидеть, как женщина с двумя детьми решила пройтись по горной дороге, которая уже покрылась крупными трещинами и частично просела. Этот поход снимал на видео еще один человек, очевидно, глава семейства. В какой-то момент женщина и дети решили вернуться, и ребенок признался: «Мама, мне страшно». А сразу же после этого под громкие крики детей начался масштабный обвал дороги. Женщина с детьми чудом смогла избежать падения и спастись. Позже девушка опубликовала еще одно видео, на котором видно масштабный оползень под дорогой в том же месте буквально через секунду после того, как с асфальта спрыгнули дети. Страшный оползень случился в Кемеровской области и случайно был снят на видеоролике проезжающими в это время по дороге людьми. Зрелище поистине потрясающее. Как говорят ученые, такие оползни происходят из-за перемещения глины и песка, то есть мелкозернистых пород, насыщенных водой. А в результате этого огромная масса ползет под уклон, оставляя за собой впадину, чем-то напоминающую пиалу. Оползень, в отличие от селя, ползет медленно. Поэтому люди и животные от него страдают, как правило, редко, а вот строение непременно разрушится. Так случилось и в Кемеровской области. Огромные массы грязевой земли ползли под уклон, сметая по пути все, что можно. Линии электропередач, деревья, кусты и разрушая дорогу. Как предполагают специалисты, оползень был вызван работой разреза Заречного. По крайней мере, он этому поспособствовал. Последствия глобального потепления, как никто другой, почувствовали на себе жители муниципалитета Альта в Норвегии. 8 их домов неподалеку от деревни Талвик буквально съехали в море. Виной всему стал огромный оползень, вызванный нарушением стабильности грунтов в субарктическом климате из-за повышения среднегодовой температуры. Никаких следов пострадавших или погибших обнаружить не удалось позднее. Эти выводы подтвердили наземные команды лично. Первоначальные данные показали, что нужно ожидать как минимум двух оползней меньшего размера. На видео видно, как за считанные секунды огромный пласт земли вместе с стоящими на ней домами уходит в море. Кусок суши скрывается под водой, и постройки начинают плавать на ее поверхности. Крупный тропический циклон Гита причинил немалый ущерб Новой Зеландии и соседним островам. Он же стал причиной необычного природного феномена. Сильные ветра и ливни, прокатившиеся над территорией Новой Зеландии, повредили множество зданий и линий электропередач, в некоторых местах произошли наводнения, а на Кентерберийской равнине появился настоящий каменный поток. Горная порода стремительно течет, напоминая реку. Мощная каменная лавина пересекла дорогу, отрезав 8 ферм от соседнего города. Геологи полагают, что в данном случае движется граувака. Это разновидность глинистого песчаника. Под действием внешних сил, таких как ураган, галька начинает себя вести как жидкость, несмотря на то, что ее плотность выше, чем у воды. В Китае разрушительный оползень снес припаркованные машины. Обильные осадки становятся причиной исхода селей и оползней. Один из них обрушился на припаркованные автомобили в городе Луньянь провинции Фуцзянь. На кадрах видно, как селевые потоки смывают ограждения и автомобили. Два из них оползень забросил внутрь здания. На видео отчетливо видно, как за несколько секунд стихии сметает стоянку с десятками припаркованных автомобилей. Оползень сошел с горы и был такой силы, что даже грузовые автомобили не смогли стать для него препятствием, вмиг оказавшись под слоем воды и грязи. Завораживающее видео из Китая показывает лавообразный оползень, ползущий вниз по склону, изумляя зрителей. Видеозапись быстро распространилась по интернету. Люди задаются вопросом, что же вызвало это странное событие. Эксперты определили тип оползня – это был земной поток. Поскольку земные потоки достаточно медленные, они, как правило, не представляют опасности для людей. Однако сила потока может разрушить все на своем пути. Так, в данном конкретном случае от оползня пострадала китайская семья, потеряв дом и машину. Оползень сошел на проезжую часть во Владивостоке. Утром во вторник 27 августа 2019 года на столицу Дальнего Востока обрушился мощный ливень, в результате которого оказались затопленными дороги,
тротуары, дворы, общественные пространства, пешеходные переходы и так далее. Приморцы делятся в социальных сетях последствиями стихии. При этом местные жители опасаются, что непогода спровоцирует еще и обрушение подпорной стены. Кроме того, владивостокцы сообщают о том, что на Ладыгина сползла сопка. При этом люди переживают, что могут рухнуть еще и гаражи, стоящие на возвышенности. Из-за сползающего грунта объекты находятся на самом краю. Теперь очевидцы присылают видео села улицы Тобольской. Там потоки грязи, травы и деревьев упали на припаркованные автомобили. И судя по кадрам, этим дело может не закончиться. Также водители в спешке убирают свои машины. В интернет всплыло видео, которое было снято в Японии больше 10 лет тому назад. С самой первой секунды ролика становится понятно, что гора, которая находится справа, просто скатывается вниз. Сначала разрушается дорога, затем падают вниз дерево, а в конце эти деревья тащат за собой линии электропередач. Скорость потока 20 миль в час. Можно с уверенностью сказать, что только лишь взгляд на это заставляет тело покрыться мурашками. К счастью, никто не находился на этой дороге, когда начался оползень. Ведь это была бы верная смерть. Оползни являются весьма сложными природными катастрофами, их практически невозможно предсказать. Инженеры и геологи работают вместе, чтобы когда-то предсказать возможность подобного природного катаклизма. Подобные явления часто происходят тогда, когда на мягкую и слабую почву оказывается серьезное давление посредством водяных потоков. Завораживающий ролик, снятый в Восточном Тибете, демонстрирует удивительный лавообразный оползень, движущийся вниз по пологому зеленому склону. Рядом стоят многочисленные зрители, изумленные этой сюрреалистичной картиной. Поразительная запись тибетца моментально разлетелась по интернету, собрав миллионы просмотров. Пользователи всемирной паутины стали ломать головы, обдумывая, что же это такое. Редчайший природный феномен или даже нечто сверхъестественное. Эксперты утверждают, что речь идет о вполне объяснимом, хоть и действительно весьма редком явлении. Это, по их словам, так называемый земляной поток. Такие оползни являются достаточно медленными, поэтому почти не представляют опасности для человека. Ученые предполагают, что всему виной таяние вечной мерзлоты, в результате которого верхний слой почвы сместился вниз и образовал земляной оползень. Страшный оползень произошел в Швейцарии. В деревне Бандо знали об опасности и готовились к ней. И когда природа нанесла удар их укрепления, выстояли под напором 4 миллионов кубометров глиняной жижи вперемешку с камнями. 2/3 территории Швейцарии – это горная местность, и люди тут издавна научились защищаться от лавин и оползней. Однако масштаб случившегося в отдаленной Альпийской долине заставил ученых говорить о новой реальности, в которой подобные катаклизмы будут происходить все чаще. Ученые предупреждают, что на этом природа не остановится. Причина проста: на Альпийском высокогорье становится все теплее. Вечная мерзлота играет стабилизирующую роль, и если температура поднимется выше 1.5 градуса, начнутся проблемы, говорят ученые. Последствия последовавшего обвала были бы намного трагичнее, не будь деревня защищена бетонной дамбой, а русло реки заблаговременно расширено. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока и до скорой встречи!